«Открытая трибуна». Как вы считаете, где лучше проводить отпуск, в Украине или за ее пределами? Конечно, лучше отдыхать у нас на Украине, потому что это немаловажно, наш менталитет и менталитет других стран. Это очень сложно, очень тяжело, поэтому лучше отдыхать у нас. И у нас и цены поприятней. Ну, отдыхать везде хорошо, и за границей, и в Украине. Везде есть и, наверное, положительные моменты. За границей качественнее отдых, потому что проблем меньше, денег больше надо там тратить. Но не настолько много, как и в Украине. Вот в Украине отдых, значит, дешевле, но качественно отдохнуть тяжелее. Вот и сам каждый решает на свой кошелек и на своє моральне состояние. У співвідношенні ціна-якість краще, звичайно, за кордоном, тому що там вже набитий сервіс, вже обкатані всі програми для туристів і так далі. В Україні це недалеко, швидко, у порівнянні також не дуже дорого, але хромає сервіс, нам ще до цього треба певний шлях пройти. Тому це так. Дивитись треба на гаманець, на час, який розраховуєте, тобто це на дивлячись від ситуації. Я, наприклад, мені більш подобається за кордоном. А я считаю, что лучше отдыхать в Украине, потому что в Украине есть много интересных мест, о которых мы даже не знаем. Поэтому, ну, я считаю, что за границей это тоже хорошо, но как бы сначала надо проехать всю Украину. Я считаю, за границей, потому что там даже дешевле, чем у нас, и уровень намного лучше. Я отдыхал и за границей, и в Украине, и точно сказать, где лучше, не могу. Главное, какая компания и цель поездки. Ну, порівнюючи відпочинок і за кордоном, і в Україні, я з впевненістю можу сказати, що за кордоном, звісно, краще, тому що, як би я не любила особисто я Україну, але обслуговування, рівень і навіть чистота самих морів, вона, звісно, відрізняється. І за кордоном мені більше подобається. Відкрита трибуна.